Семинар проводится по просьбе главных редакторов районных СМИ, городских и областных средств массовой информации, а также по некоторым просьбам силовых структур. Сейчас в СМИ очень активно появляются сведения о преступлениях различной направленности, связанные с экстремизмом, с терроризмом, половой неприкосновенностью несовершеннолетних граждан, а также темой детских самоубийств, те группы смерти, которые сейчас активно пытаются себя позиционировать. Одна из проблем, которая касается средств массовой информации, это освещение этих тем именно в нашей региональной районной прессе. Поэтому мы сегодня здесь собрались для того, чтобы обсудить, как более корректно освещать эти темы, как не навредить при помощи освещения, ну и как нам дальше работать в этом направлении.